Это скорпионы! Две стрелы! Это их обычай! Без скорпионов! Подожди, человек боя! За оружие надо хвататься тогда, когда знаешь, куда стрелять. Сначала надо выяснить, кто убил Длинного. Может, это были совсем не скорпионы. Он не хотел войны с ними. Он был человеком мира. За него надо отомстить! Кому? Невиновным? Скорпионы — наши враги. Их дело — убивать нас, наше дело — убивать их. Завтра соберем совет и выясним, кто убил Длинного. А сейчас, по обычаю, надо похоронить Длинного и выпить за упокой его души. Выпить за упокой! Прощай, Длинный. Что еще можно сказать? Ты всегда находил правильные слова. Кто теперь найдет, что сказать о тебе? Красноречивое, скажи. Служил наш Длинный делом мира. Он речи длинно говорил, но враг трусливый, прямо в спину. Его зачем-то застрелил. Мало ли, что там Длинный нёс при жизни. Из-за таких, как он, скорпионы совсем обнаглели. Скорпионы охотятся на зеленом холме. На нашем зеленом холме. Скоро они переловят там всех антилоп. А вчера мне жрец сказал, что они украли у нас святой горшок! Святой горшок! И все его содержимое! Не может быть! И вот, для того, чтобы почтить память Длинного и его миролюбие, надо вдарить по скорпионам как следует! Красноречивая, скажи. Наш Длинный был излишне умным! Был слишком добренький к врагу! Отплатим за него врагу мы, и будет из врага рагу! Вдова! О, Длинный, на кого ж ты меня оставил? Да, на кого? О, Пушастый, иди сюда, будешь моим мужем. Так хотел Длинный. Я думаю, что Длинный не совсем этого хотел. Я его вдова, я лучше знаю. Так, Трясогузка, не торопись. Племя, наверное, найдет тебе мужа. Такого же Длинного? Рост не имеет значения. Тем более, что сначала надо предать тело Длинного земле и выпить за упокой его души. Выпить за упокой! Хорошее погребение. Неплохое. Хороший был человек. Неплохой. Я говорю, что хороший, а ты говоришь неплохой. Почему? Он не хотел, чтоб я женился на черепашке. А почему? Наверное, хотел, чтоб я женился на его жене. Ему не нравилось, как я рисую. Я придумал разных, невероятных животных, необыкновенных людей. Он считал, что фантазии до добра не доведут. Как ты думаешь, кто его убил? Кто-то из племени скорпионов. Боевой же сам сказал, две стрелы в спину их обычай. Поговаривают, что стрелы были наши.
Ты не знаешь, кто из наших оперяет свои стрелы с совиными перьями? Совиные перья только у меня. Больше их ни у кого нет. Значит, это твои стрелы? Ну, если с совиными перьями, значит, мои. Смотри. Что это? Смотри, какая у меня сова получилась. Можно подумать, что Длинного убил ты. Я? Нет, я не говорю, что убил именно ты. Я говорю, что так можно подумать. Понимаешь, стрелы-то были твои. Ну и что? Я же знаю, убивал я или нет. Это верно. Но люди же слышали, как ты ссорился с ним из-за черепашки. Может, твои стрелы использовал кто-либо другой? Зачем? У всех же есть свои стрелы. А затем, чтобы замести следы, чтобы подумали на тебя, а не на него. Замести следы? Да. Как тебе такое приходит в голову? Мне бы такое никогда не пришло в голову. Вот почему ты глава, а я просто ушастый. Вот поэтому-то ты художник, а я просто глава. Я уже старею. Длинный был моей опорой и советчиком. Я думала, он займет мое место, а теперь я не знаю, как остановить войну. Я думаю, что ты ни в чем не виноват. Я тебе сразу это сказал. Что ты здесь делаешь? И почему ты не рыдаешь? Я рыдала, пока Длинный был жив. Теперь могу и перестать. О, Господи. Зато я теперь могу выбрать тебе мужа по вкусу. Я пока не думаю жениться. Пора бы и подумать. То есть я думаю, но не о тебе. А зачем же ты тогда убил моего мужа? Я его не убивал. Не убивал я его. Ну, Клава, скажи ей. Я за вами уже давно иду. Кое-что и услышала. Слышала? Но ничего не поняла. Нет, я поняла. То, что мне надо, я поняла. Его стрел, значит, он убийца. Убийца! Слушай, ты можешь помолчать? Правда, не утаишь. Убийца! Ушастый убил Длинного! Да что ж ты кричишь? Ну, глава, ну скажи ей. Убийца! Захочу, все узнают. А захочу, никто не узнает. Слушай, что же делать? Он не хочет брать тебя в жены. Убийца! Убил моего мужа! И после этого всего он не хочет на мне жениться! Слушайте, вы не можете как-нибудь договориться? Тем более, что она выбрала тебя. Значит, она тебя любит. Ну, я не могу! Ну, почему? Как ты можешь оставить меня в одиночестве? Женщину, которую убили мужа! У многих женщин убивали мужей. Ну, никто из них не требовал, чтоб я на них женился. Тех мужей убивали другие, а моего мужа убил ты. Знаешь, что за это? Кровь за кровь, муж за мужа. Убийца! Слушай, если ты будешь молчать о том, что здесь сегодня слышала, я думаю, что он возьмет тебя в жены. А он вот не хочет. Я думаю, он оценит тебя, когда... приглядится получше. Тем более, что другого выхода нет. Верно, ушастый? Верно. Вот и хорошо. Поцелуй ее. Давай, давай. Я не могу. Но ты же сказал, что ты согласен. Я сказал, что я согласен, что другого выхода нет. Другого и нет. Значит, надо жениться. Ну, я не хочу. А жить ты хочешь? Какое это имеет отношение одно к другому? А вот это ты увидишь завтра на совете. Пошли, я тебе объясню. Привет!
совет! Первый вопрос ясен. Убили скорпионы. Длинный всегда был против войны со скорпионами. Он один противостоял тебе на совете, когда ты бил барабан войны. Зачем же скорпионам убивать Длинного? Скорпионы хотели войны, а Длинный мешал им начать ее. Скорпионы убили! Бей скорпиона! Бей скорпиона! Убийство могло произойти случайно. Ну, например, неопытный охотник охотился за оленя, но промахнулся и даже не знает, что попал в человека. Да, такое бывает, бывает. Целишься, целишься и бац! Свалишь кого-то совершенно случайно. Сплошь и рядом такие случаи. Я человек боя. Когда я целюсь, то я не промахиваюсь. Поэтому и Длинного, то есть я хотел сказать, что виноваты, несомненно, скорпионы. Их надо наказать, отобрать у них зеленый холм. Там отличные луга, новые пастбища. Поэтому, несомненно, виноваты они. Красноречивая, скажи. Мы на большой бугор разберемся и все войдем в военный раж. Даешь войну, ведь наше солнце, лес наш и холм, он тоже наш. Спасибо, спасибо. Даешь войну! Даешь войну! Холм наш! Холм наш! И солнце тоже наше. Подождите, а мужа мне даешь? Я же не могу войти в раж без мужа. Глава сказала, что племя мне найдет. Найдем, найдем. Только сначала надо найти убийцу Длинного. А убийца и будет моим мужем. Это в качестве наказания? Да что тут искать? Убили скорпионы! Мы этого не знаем. Это знает Длинный. Длинный уже ничего не знает. Зато я знаю, я все знаю. Я вам скажу, кто убийца, если вы выдадите меня за него замуж. Неужели ты хочешь замуж за скорпиона? А вот и не за скорпиона. А за ушастого. За ушастого? За ушастого? Я не убивал! Вдова, мы понимаем, что ты хочешь ушастого мужья, но это недостаточно, чтобы обвинить его в убийстве. Длинного убили его стрелами. Его стрелами? Стрелами? Эй, Долгоносик, ты же его друг, ты же должен знать, его ли это стрелы. Признавайся, Долгоносик. Ты не хочешь подводить своего друга, это хорошо, но тогда ты подводишь нас всех, а это очень плохо. Да, это были его стрелы. Его стрелы? Чтобы искупить свою вину, пускай женится. Я всегда его подозревал. Он всегда так подозрительно шевелил ушами. Глава, ты стара, но мудра. Скорпионы не убивали Длинного. Они трусы, они побоялись. Они наняли ушастого, чтобы убить его. Я его не убивал. Не убивал. Но ведь стрелы-то ушастого. Он же это признает. Как же могут быть его стрелы, если он не стрелял? Ну, его стрелы, ну, стрелы, вы его. Значит, он стрелял. Он... Замолчите все! Вначале надо разобраться. Зачем разбираться? Казним его и войной на скорпионов. Зачем казнить? Пусть сначала женится. Казнить! Пусть потом женится. Казнить! Казнить! Сейчас казнить! Все устали. Продолжим совет завтра. Эту ночь ушастый проведет под стражей в пещере.
Все понятно. Что это такое? Что за бред? Ужасный. Не обижайся на меня. Мне поручили тебя стеречь. Скажи, а ты тоже считаешь, что я убил Длинного? Считаешь? Драконы! Драконы! Долгоносик, ступай домой погреться. А я не замерз. А все равно, пойди погрейся. Ага. А когда мне вернуться? А вот как отогреешься, так и возвращайся. Знаешь, ушастый, почему я перенесла голосование на утро? Чтобы этой ночью ты ушел отсюда. Ты понимаешь, есть люди, которым ты мешаешь. Я? Но чем? Не знаю. Может быть тем, что ты не похож на них. Ты художник. И видишь то, что другие не видят. А они это чуют. А что если завтра на совете я вчера захожу, что я прав? То получится, что они не правы. И тебя прихлопнут сзади, как прихлопнули Длинного. Как прихлопнули? Да, его убили свои. Уходи отсюда, уходи! Любое племя примет тебя. А здесь, без Длинного, мне не справиться с ними. Теперь начнется война. Здесь будет очень плохо. Уходи! Я верю тебе. Но я не могу уйти. Но почему? И холодно. Тебе трудно расстаться с кем-то. Но ты же молод. Там ты полюбишь другую. Послушай, птица, как хорошо поет. Могла бы и получше. Но мне не надо лучше. Человек всегда должен хотеть лучше. Там мне не будет хорошо. Там... Это как после жизни, как будто я уже умер. И это буду не я, это будет кто-то другой. Я даже не знаю, какой он будет. Как знаешь, ушастый, как знаешь. Я хотела тебе добра. Ушастый, я горжусь тобой. Гордись, гордись! А за что? За то, что ты убил Длинного. Он не хотел, чтобы ты на мне женился. И ты правильно сделал, что убил его. Но я не убивал. Убивал, я же знаю. Ты решил отдать за меня свою жизнь. Я еще не решила отдать свою жизнь. Может быть, все еще обойдется. Не обойдется. Вот. Это тебе. Убей стражу и беги. Но я не могу убивать ни Длинного, ни стражу, никого. Помнишь тот бой со скорпионами? Я гнался за ними, я их ненавидел, как все. Я догнал одного из них и прицелился, как вдруг он обернулся. Это был мальчик, просто мальчик. И я увидел вот такие глаза, как у тебя. И тогда я понял, я не могу стрелять. Я не хочу стрелять. Тогда я буду защищать тебя. Глупая, ты даже не умеешь держать лук. Смотри, держи лук примерно.
затаи дыхание, зажми в кулак свое сердце, а потом отпусти стрелу, как будто отпускаешь свое сердце. Но ты не убьешь никого, правда? Но как спасти тебя? Никого нет, никого нет. Зачем ты подводишь меня? Это правда, милая. Мы его подводим. Ты думаешь о нем или обо мне? Я люблю тебя. Но думаю о нем. Подумай о себе, о нас. Я буду ждать. Ушастый, ты беги отсюда, а? Не, тогда получится, что я признаю свою вину. Зато ты будешь жить. А я хочу жить здесь. Нет, но я маленький человек. Меня ты можешь не слушать. Но глава рода что тебе сказала? Откуда ты знаешь, что она мне сказала? Я подслушивал. Я ходил домой с настойкой. Не, подслушивал. Кто подслушивал? То я просто стоял и ждал, пока ты убежишь. А зачем тебе, чтобы я убегал? Да я просто хочу, чтобы ты спасся. А ты боишься бежать. Зато я не боюсь остаться. Вот знаешь, чего я больше всего не люблю? Когда люди ставят себя выше других. Я маленький человек, и я не хочу притворяться, что я большой. Поэтому мне никогда не приходится врать. Приходится. Когда? Вот скажи, когда я врал? Вот сейчас, здесь, что ты ходил домой. Вот видишь, какой ты стал. Какой? А такой. Тебе вот обязательно надо поставить себя выше других. Ты вот честный, а я хитрый. Ты вот смелый, а я трус. Ты вот, я тебе беги, беги, а ты не буду. Наконечники у всех плоские, а у тебя круглые. Оперение у всех простое, а у тебя совиное. Откуда ты знаешь, какие у меня были стрелы? Какая разница, какие у тебя были стрелы? Про стрелы я сказал, для примера. Дело не в одних только стрелах. Вот эти стрелы! Плоскими наконечниками. Когда ты их видел? Когда? Когда? В праздник я их видел. Когда стреляли в цель. Не мог ты их тогда увидеть. Я их насадил прямо перед боем. Когда все? Тогда я увидел. Когда нашли тело Длинного. Не мог ты их и тогда увидеть. Почему? Потому что они были внутри. Внутри чего? Длинного! Тогда когда же, по-твоему, я мог их увидеть? Перед тем! Перед чем? Перед тем, как Длинный был убит! Я задам тебе один вопрос. Не ты ли убил Длинного? Как же я мог убивать, когда стрелы были твои? У меня их уже не было. Я потерял их еще во время боя. А тебе никто не поверит. Все равно они покончат с тобой. Thank you.
Я хочу сделать важное заявление. Этой ночью я узнал, кто убил Длинного. И кто же это, по-твоему? Наконец-то вспомнил, что сам убил его? Я не хочу называть имя убийцы. Пусть он наберется смелости, выйдет и скажет сам. Кого мы здесь слушаем? Да вы посмотрите на него. Да вы посмотрите на его уши. И посмотрите на свои уши. У всех уши как уши. А у него что, а? Но ушастый здесь ни при чем. Уши растут сами по себе. Сами по себе уши не растут. Красноречивая, скажи. Завел себе большие уши ушастый точно неспроста. Наверное, хочет он подслушать. Умнее всех он хочет стать. Спасибо, спасибо. Ясное дело. Ушастый шпион скорпионов. Казнить его поскорей и войной на скорпионов. Война — большой риск. Нельзя начинать ее без повода. Скорпионы топчут наши холмы. Они вербуют наших ушастых и убивают наших длинных. Бей скорпионов! Бей скорпионов! Одумайтесь. Надо сначала разобраться, виновны ли скорпионы. Виновны! Бей скорпионов! Бей скорпионов! Мы собирались обсудить вопрос о войне со скорпионами на совете. И Длинный собирался выступить. Кажется, я что-то понял. Долгоносик! Я хочу при всех поговорить с Долгоносиком. Долгоносик, где ты? Долгоносик, давай при всех помним и повторим наш ночной разговор. Я ничего не говорил ему. Может быть, он что-то сказал, а я ничего не говорил. Я спросил тебя, не ты ли убил Длинного? А я тебе сказал, что ты рехнулся. Нет, ты не ответил на вопрос. Ты сказал, все равно они покончат с тобой. Я ничего не говорил ему. И теперь я понял, кто они. Я ничего не говорил ему. Это он. Это он надоумил тебя, да? Это по его наущению ты убил Длинного. Ну, говори, это он? Как ты смеешь, ушастый, обвинять меня? Меня, героя битвы у Лысой горы. Пока ты сидел тут и рисовал свои картинки, я спасал наше племя от врагов. Зато сколько врагов ты нам создал, а теперь убиваешь своих? Долгоносик выдал тебя. Я не выдавал. Герой Лысой горы знает, кто наши враги, даже когда они среди своих. Нам боевой служил защитой, и всем известно, это так. Ведь коли враг, то будь убитый. А раз убитый, значит враг. Да. Нельзя начинать войну без... Долгоносик, ты же был моим другом. Говори! Я ничего не говорил ему. Ничего. Он сам догадался. Не бойся, Долгоносик. Говори. Да. Ты убил Длинного. Но ради чего? Только ради порядка и справедливости. Ты советовал ему убить Длинного. Советовал, советовал. Но поймите, вы же разумные люди. Нам нужна большая, хорошая война. А этот Длинный был против... племени. Он решил встать на нашем с вами пути. На единственном правильном пути к сытой и счастливой жизни. Пришлось его убрать. Ну, я отказывался. Скажи, по крайней мере, что я не хотел. Да, не хотел. А зачем же ты тогда убил его, не подумав о его жене? Если бы ты был порядочным человеком, женился бы на мне. Знаешь что, дорогая вдова? Знаете что, дорогие сородичи? Конечно, вам теперь хочется свалить всю вину на меня. Да, я самый тихий, самый смешной. Я смешной, да? А теперь вам станет еще смешнее! Филин, скажи им, откуда взялась вторая стрела? Ты выпустил не одну, а две стрелы. Нет, одну, потому что вторую выпустил ты! Ничего не знаю, не помню, не знаю. Не трясись! Веди себя достойно! Ну да,
Человек Боя зашел ко мне в гости. Он увидел, как мне тяжело живется. О Длинном расскажи подробнее. Человек Боя раскрыл мне глаза на Длинного. Длинный был враг порядка. Враг порядка! Из-за него мы ослабли. Из-за него у нас неудачи на охоте. Из-за него и таких, как этот художник, ушастый. Да, я получил стрелу. Чья? Не интересовался. И да, я стрелял в Длинного. И горжусь этим. Попал! Родичи! Произошло заранее обдуманное убийство. Выяснилось, что в нем участвовало два человека. И значит, наказание должны понести... Скорпионы! Наказание должны понести двое. Да растолкуйте вы мне наконец. Уже второй день нам тычут этого Длинного. А что Длинный? Он хотел нас лишить всего. Он хотел нам помешать отобрать у врага нашу исконную землю. И вот, нашлись люди, которые остановили его. И вместо того, чтобы воздать им почести, мы их обвиняем, как будто они совершили преступление. Разве не так? Так, так! А ушастый? Ты же знал, что он невиновен. А что ушастый? Лес рубят, щепки летят. Художники для войны бесполезны, только мешают. Да и пойми, глава, да это же ради благой цели. Я хочу, чтобы все были сыты. И ради этого можно убивать брат на брата? Это конец? Нет! Это начало! Нам нужны решительные люди. Они принесут нам славу. Мы заставим всех с собой считаться. На западе, на востоке, за большим бугром. А ты не боишься, что наступит расплата? Ты убиваешь, и тебя убьют. Я человек Боя. Я не боюсь смерти. Я боюсь людей ненужных, бесполезных. Я тоже для тебя человек бесполезный. А бесполезных надо уничтожать, да? Глава, ты мудра, но стара. Я помню, как ты спасла мне жизнь. И я не хочу тебя убивать. Лучше уходи сама. Ты ничего не можешь здесь сделать. Впереди большая война. Мы пойдем далеко, за большой бугор. А там впереди зеленый холм, луга, счастье, светлая жизнь, исполнение всех желаний. Вы думаете, что война – это победа, добыча, праздник? Война – это голод, кровь, смерть! Смерть шпионов скорпионов! Смерть шпионов скорпионов! Вы же знаете, что я невиновен. Вы же знаете, кто убил Длинного. Вы же знаете, кто приказал его убить. Для победы в войне нужно сплотиться. Все будут участвовать в казни шпиона Скорпионов. А кто пожалеет его, тот сам шпион. Ради порядка и справедливости! Смерть ушастому! Ради светлой жизни можно и поучаствовать. Меньше надо ушами хлопать. Эх, какой бы был бы муж. Ну ладно, племя найдет другого. Натянут лук, готовы стрелы. Что я могу еще сказать? Прости меня, ушастый. Я не хотел убивать Длинного. Я не хочу убивать тебя. Но...